Доброе утро, мои подписчики. Сегодня у меня выходной. У нас на улице до сих пор прохладно. И я сейчас поеду по гостям отдыхать, чтобы вы не думали, что совсем я уработалась. Даниэль спит после работы. Ну, а у меня выходной. Одела я, видите, безрукавку свою. На всякий случай, если будет. Хотя уже становится тепло. Лечу на всех парусах. Магазинчик, народу много. Весь паркинг-лот в машинах. Так, будем мерить зимнюю, теплую одежду, несмотря на то, что дождик на улице. Охотница за кардиганами пришла. Симпатичный, легкий, на маленький размер. Вот тут будем искать что-нибудь померить интересненькое. Одной размер, видите, пусто. Пошли плавки. Пустенько. Популярный размерчик-то, оказывается, мой. На пышечек. Слоненький. Свитерочек белый. Стильный. Ну ничего, я это не могу померить. Так, маленький. А, нет, вот есть. Такой интересный свитерок. Рукава у него. Сейчас я вам покажу. Откуда-то непонятно. Сейчас померим. Смотрите. А, нашла рукав. Костик такой. Странит, кстати. Очень даже тепленький. Не знаю, почему-то мне понравилось. Сексапильненький такой. $20. Я, конечно, меряю на свитер и рукав, естественно, узок. А так тоже очень даже неплохо. Просто мне не надо уже столько. Вот такой прикольненький. Хочу оставить. Добросовестно прошла я мужской отдел. Может, Данилке что-нибудь куплю. Вот ему это все не надо. XL вот маловато. Ему надо с длинным рукавом сейчас. Ну. Не знаю, что-то это взять. Под рубахи ему надевать. Слишком длинная какая-то. Любит это там старая серая у него, так он прямо как ненормально. Ну, курточки тоже. Пилотские. Вспомнила, надо же погромче вам говорить, чтобы не слышно.
24 доллара. Без меха. Мы, конечно, Данилке купили с мехом, слишком она ему это теплая. Пожалуйста. Дешевенькие. Вот XL. Женская ночнуха. За 25 долларов. Считаю, шикарные. Сезонные курточки. Ну, без него уже я покупать не буду. Бросили тут. Ох, классно. Я вот Данил с длинным рукавом одевает под униформу. Смотрю, одевает. Брюки. Я думала, спортивные будут. Вот такие у меня. Узкие. Типа. Да, XL. Смотрите, узкие. А эти широкие. Тут, конечно, все разрыто. Все разрыто. Нижнее белье для мужчин. Первая цена 42, вторая 13. Вот он что-то, по-моему, какую-то резинку не любит. Модную-то. Попроще любит. Боксер. Гол. Так. Ну. Ну, наверное, нормально. 20 долларов. Фу, катон. Катон-то хорошо. Это черные какие-то скучные. Вот, видно, тут пользуются спросом на какие штанишки тоже. Мужичков. Но я не буду, знаете, на праздник дать ему обижаться. Говорит, носки и трусы. Я возьму, которые тянутся. 4 штуки. Сказала, не буду покупать. А вот увидела хорошие носки. Мягкие. Он любит, чтобы не сношенные были носки. Потому что у него же нога чувствительная. Он всегда на носки и белые. Потом какие-то большие, как-то выглядят. Большие. 6 штук, 6 пар. 10 долларов. По Михаил Фигер. Вот, ну какой они размер. Что он сказал выбросить все старые носки. Хорошая резиночка тут. Кажется, какие-то. Какой они размер. Вот еще ему купила. Знаете, он выкидывает неизношенные. Прям потолще вот эти даже. Эти помягче, а эти потолще. Серенькие, хотя он всегда предпочитает белые почему-то. Смотрим. О, хорошие просто это. Макс. Пит. Вот эти хорошие. Куин. Возьму я, наверное, просто не одеяло, все вместе.
долларов. Хорошо, здесь комплекты, конечно, сразу простынями. Вот одна большая, 5 штук. Этот цвет мне нравится. Хороший такой цвет. Мне надо Queen. King. А вот для кровати. Верхнее покрывало. Тоже все менять надо. Тоже неплохой цвет, кстати. Что с подушками? Подушками, да, это хорошо. С наволочками несли сразу. А что здесь ходит у нас? На мелкие подушки эти все, накидушки не надо нам. На матрасник вот новый хочу купить. У него который все время задирается, я не знаю. Дойдет или нет. Нет, так себе возьму. Хороший цвет тоже. Не знаю, насчет подушечек я у нее не спрашивала. Лучше не спрашивать. Покупать и прикидывать все. Говорю через маску, поэтому, может, не очень слышно. Возьму я. Так что видите. Все для Данилочки и для Соченьки, чтобы поменять им. Все, хватит. Пока. Разогналась что-то я. И штор можно поменять на праздник-то. Что-нибудь повеселее. Белые. Так, какая у них цена? Просто хоть посмотрим. $30. Очень много игрушек, чтобы подарки покупали. Тут что-то пустенько. Так, посмотрим сумочки. И Gucci $42. Веган, веган, да, что? Что это означает веган? 27, искусственные. Народу очень много. Ой, какая. You're looking bottom, but we have to. Right. Stop. Ух ты. $29. Плавненькие такие. Смотрите. $12. Много тут чего идет. И кошелек. И в дорогу вот такой. И телефон. Понравилась она мне.
Тут два отдела кошельков я посмотрела. Это один отдел для телефона. Можно использовать. Короче, понравилась мне эта сумочка. Вот понравилось и все. Ради вашу взяла. $6. Я уже отвыкла. Раньше искала такие. Уже отвыкла, как ими пользоваться. Даже боюсь брать. Я Магнолия мыло возьму. Из алоэ. Видите? Для рук. $4. Надолго хватит. Посмотрим еще обувь. Далее у меня уже подарка сколько. Данилке. Так, смотрим кроссовки. Очень даже неплохие. Для летней обуви. Очень даже. Без шнурков. Классные. На, тик. Я сейчас померяю. Ну что, восьмерка какие-то страшные. Итак, я с носочком. Вот этот небольшой. Посмотрим. Где там-то, конечно, не надо. Этот носочек-то. Не на работу же покупаю. А на эту вот хорошо. А на эту не очень. На этой у меня же косточка еще вот эта болта тут секьюрити. Тесно. Это нога тесно. Так бывает. Правая нога больше. Ух ты, Air Max. Десятка. Я смотрю, огромная. Подсунули. Перед Крисмасом приползти. Очередь огромная. Выслала Данилке фотку с корзинкой. Так хочу, чтобы все подошло.